Тут у нас тихая жесть. Оказывается, демон даже воды не боится. И как, и что теперь с этим делать? Она уже тут копошится где-то полчаса. Уже все мокрые. Уже мокрая я. Это мрак. Обнаружили мы это, когда Алиса купалась. И чтобы котенок нам не мешал, я включила котенку развлекашку. Вот теперь эта развлекашка развлекается по полной программе. Бусинка, ты сокровище. Просто сокровище. Боже мой. Хотя купалась она в жизни всего один единственный раз на второй или третий день, как попала к нам, потому что она была настолько грязная, что с нее текла ржавая вода, когда я ее мыла. Просто рыжая вода текла. Бусин, ты сокровище, водоплавающий шлюпик. Вот так и живем. Я так понимаю, что ей не надоест. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Спасибо вам за просмотр. Боже, это какая-то прелесть. Просто прелесть. Пока-пока.